Тут мне пришла небольшая посылка с китайщины, и когда я распаковал, внешнюю упаковочку из пленки, пузырчатки и прочего, был немало удивлен, потому что я забыл, что я заказал вот такую вещь. Думаю, боже мой, я же уже женат. Кажется, никаких колец и прочего я не хотел заказывать. Но это казалось немножко другая штука. На волне популярности мобильных шутеров, типа PUBG, Fortnite и прочее, я заказал вот такую штуку. Вот она, видите. Вот, то есть крепится сбоку на телефончик. Типа вот так. Ёкушки-барошки. Вот так вот. Ну, в общем, вот он до конца. В общем, но проблема какая оказалась? Мой смартфон, я его использую в чехле, у меня 7 Edge, но чехол у меня достаточно массивный. И, в общем, на чехол он не налазит, вот эта штука, потому что она не регулируется. Тут нету никаких регулировок, есть только защелочка, которой можно... Вот. И, в общем, на чехол он не залазит. И в итоге я не могу им пользоваться. Ну, я хорошо, я снял чехол, думаю, попробуем без чехла поиграть, короче. Но, к сожалению, для моих рук, достаточно больших, вот, эти штучки со смартфоном без чехла оказались просто слишком мелкими. Ну, неудобно вот так вот играть, это вот неудобно. В общем, идея неплохая, они работают, да, работают. Действительно, можно вот таким образом стрелять одинаранно, да, зажимать, очередь будет давать автоматическое оружие. Но, к сожалению, не каждому это подойдет. То есть, если у вас сам по себе толстый смартфон, или вы используете его с массивным чехлом, нельзя это использовать. Если у вас достаточно крупные руки, опять же, ничего не получится.